Я снова катаюсь с Даней Милохиным. Женька такая же, Женька, по-моему, даже не выросла. Даня Милохин вновь в паре с Женей Медведевой, так что волноваться за химию в этой паре не приходится. Даже не думайте меня звать, я не хочу. Махаться будем? Давай. Мне предлагали разных партнеров, все не то. Я вообще не могла себе представить, что я с кем-то другим катаюсь. Поступило предложение такое, давайте Даню позовем. Ну я сказал, что если вдруг моя душа захочет уйти, вы меня не будете останавливать. А Вербух сказал, надеюсь, такого не будет, но окей. Я совру, если я скажу, что я не была рада. Я к нему привыкла. Стало ее легче понимать, либо я стал сильнее, либо она стала худее. В прошлом сезоне Женя с Даней заняли 3-е место, и в этот сезон они вступают уже одними из фаворитов. Мы победим в этом шоу. 1-е место Евгения Медведева и Даниила Милохина. Смотрите.